Всем привет, ребят. Коротенькая такая сводочка, чтобы не теряли, как говорится. Да, действительно, я умотал из города, живу я теперь в сельской местности. Живу я в самой красивой, в самой чистой точке Самарской области. Но мне нужно время, чтобы здесь обжиться, подключить интернет. Нет, здесь нет интернета. Поэтому на какое-то время, как говорится, пропаду, не теряйте. Все, скоро у нас на YouTube-канале будет новый персонаж. Я вас с ним обязательно познакомлю. Ну а пока все, ждите новых видосов. Я обживусь, доведу здесь все до ума. И обязательно вам все расскажу и покажу. Давайте, всем удачи!